Все, ремонт окончен. Была приемная комиссия, были выявлены там небольшие недостатки, все устранено. Устранено уже. А какие были недостатки? Ну, были по подвесным потолкам, такая мелочь по затирки плитки, ну, такие небольшие были. Ремонта Кубинской поликлиники пациенты и сотрудники ждали давно. И теперь, когда все работы, пусть и с небольшим опозданием, все же завершены, они будут приятно удивлены. В помещениях медицинского учреждения стало светлее и просторнее. По достоинству оценят перемены и маломобильные посетители. Заменены потолки, полностью освещение. В кабинетах во всех проведен косметологический ремонт. Установлена, вернее, положена плитка там, где она по санитарным правилам должна была быть. Реконструированы санитарные помещения, я имею в виду туалетные комнаты, для маломобильных групп населения более удобство стало. Качество выполненных работ депутат Мособлдумы решил оценить лично. Выискивать недочеты долго не пришлось, они оказались на поверхности. Тут там. Нет, здесь есть, я же вижу, вот щель. Выявленные недостатки несущественны, но могут испортить общее впечатление от ремонта. Олег Рожнов настоятельно рекомендовал не затягивать с их устранением. Есть небольшие нарекания, которые заметила не только комиссия, но и мы с вами, пройдясь. Подрядчик обещал, что он эти мелочи устранит. Это мелочи, но которые все равно создают общее ощущение, когда где-то отходит облицовка дверей, где-то порожки там плохо прикручены. Но я думаю, что это все нужно просто хозяйской рукой довести. Дома. Когда все работы будут завершены, а недочеты устранены, начнется комплектование медицинского учреждения мебелью и техникой. Часть уже есть в наличии, а что-то, например, компьютеры и многофункциональные устройства в кабинеты врачей придется докупить. Медики утверждают, что заявку на их приобретение в управление областного Минздрава отправили еще неделю назад, но не убедились, дошла ли она до адресата. Важно не направить заявку, чтобы она дошла, и отслеживать, кто ее будет исполнять. Поэтому пока этих концов мы не нашли. С Минздравом я сегодня разговаривал, заявки там не обнаружено, и кто контролирует ход этой заявки, я пока понять не могу. Это, конечно, должны делать люди, кровно в этом заинтересованы. Мы готовы помогать. Уже через пару недель медицинское учреждение должно открыться, но перемены на этом не закончатся в планах обустройства комфортной зоны ожидания и детского уголка.